я благодарна такой возможности прожить именно взрослый праздник и прожить его вместе со взрослыми, чтобы познакомиться с ним поближе, освоить, почувствовать, наполниться. И уже чувствуя сами движения, разучив игры, вообще познакомившись с морской страной, можно было вот в то, где я уже побывала, почувствовала, что мне очень нравится пригласить детей. Это же детский праздник. И вот это проживание взрослого праздника мне подарило, наверное, такой бесценный опыт. Встреч, общения, такого совершенно сказочного ощущения жизни, когда мы в волнах прекрасной нежной музыки, беря пример со сказочных персонажей, общаемся друг с другом настолько тепло, настолько искренне. Это такой чудесный опыт общения у меня появился в жизни. Вот. И здорово, что мы были вместе с мужем, и теперь можем уже вместе пригласить детей. И вот я уже знаю, что я буду делать на празднике, на детском. Я уже буду, понимая, что за персонаж, умея исполнять движения, уже я могу содействовать этому прекрасному такому явлению праздника. Могу участвовать в каждой игре в полную силу, в полной мере, уже от всей души. Потому что вот это предварительное проживание, оно помогло как-то ощутить, побывать, освоиться там. Вот теперь и это дает такую легкость. Легкость, радость, вдохновение. Это, конечно, уникальная возможность сначала побывать самому, а потом пригласить детей. Вот. И какая-то внутренняя подготовка, она постепенно продолжается от взрослого праздника к детскому, потому что тот опыт, который появился на празднике, вот он живет в душе как самые прекрасные впечатления, как знания. Это можно даже порепетировать дома, потому что есть мелодия, есть знания, как это делать. Это, конечно, очень интересно, это уникально. Спасибо огромное за такой опыт.